Утро – это очень круто! С добрым утром, малыши! Всем доброе утро! Привет, привет! Хрюша, я, кажется, зря вчера так долго телевизор смотрел. О, это почему же? А потому что у меня в глазах двоится. Пойду-ка, пожалуй, полежу. Нет, Антон, не уходи. Оставайся и перестань тереть глаза. Потому что у нас сегодня в гостях действительно две гости. Катя и Настя. А, я понял, вы близняшки. Да, я Настя, я Катя. А если вас местами поменять? Да, давайте. Меняемся. Ага. Угу. Ну, теперь я Настя, и я Катя. Так, девчонки, а вам нравится быть одинаковыми, а? Честно, да, это очень круто, потому что нам никогда не скучно, всегда весело. Но есть маленький минус. Когда у нас появляется какой-то новый знакомый, и мы не понимаем, с кем он будет больше дружить, потому что, ну, мы вроде одинаковые. А характер? Характеры у вас тоже похожи? Или вы совсем разные, как Оля и Ело из сказки «Королевство кривых зеркал»? Я считаю, что у нас почти одинаковый характер, только вот он может изо дня в день немного меняться. То Настя какая-то грустная, то я грустная, то она веселая, то я веселая. Ну, конечно, бывают иногда какие-то разногласия, но в целом мы идеально, мне кажется, понимаем друг друга. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Ой, мы снимаем веселые короткие ролики, танцуем, поем, вот. А, еще и треки записываем, да. А в детстве вы тоже были такие активные, а? Ой, в детстве мы были прям очень активны, потому что мы, представляете, занимались даже футболом. Ого! Да, танцами, театральным, музыкой, мне кажется, в общем, всем, чем только можно было, нельзя. Девочки, да. А играть вы любите? Конечно, особенно в новой компании. Когда нас двое еще, это прям огромный плюс. Вот и отлично. Сегодня мы сыграем в одну из моих любимых игр. Она называется «Кто я?». А заодно проверим, умеете ли вы не только понимать друг друга, но и задавать правильные вопросы. Хрюша, что будем отгадывать на этот раз? Животных. Ну что, готовы? Да. Итак... Все решит волшебный хрюк. Так. Готовы? Да. Надо надеть на себя эти ободки. Только не смотрите на картинки. То есть я понимаю, что девочки должны отгадать, кто у них там нарисован, да? Да, кто они такие. При этом... Вы должны задавать вопросы, на которые мы будем отвечать только «да» или «нет». Ага, хорошо. Интересно, интересно. Итак, с кого начнем? Катя, Настя, Настя, Катя. Давайте я начну. Давай, Катя, первый вопрос твой. Я маленькое животное? Нет. Большое? Да. Хорошо. Так, я домашнее животное? Нет. Нет. Я злое животное? Да. Я рычу? Нет. 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 У меня есть шерсть? Нет. Нет. Я издаю кинозвуки? Ну, наверное, да. Да. Как у любое, наверное, животное какие-то там звуки издает. Интересно, я дикое животное. Да, 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 да. Прямо очень дикое. Бык? Ну, не бык. Но нет. По характеру, можно я немножечко подсказывать буду? По характеру немножечко похоже. Носорог? Это правильный ответ! Как ты так догадался? Это выглядел характер, да? Носорог? Я просто начала вспоминать какие-то большие животные, которые такие злые. Бык, носорог, кто-то еще. А мне кажется, это потому что Антон тебе немножко подсказал. Наверное. Наверное, да. Подмигнул. Носорог. Хорошо. Ну-ка, Настя. Настя, давай. Супер. Так, я домашнее животное? Нет. Ну, кстати, вот... Спорный вопрос. Да. Ну, вообще, в принципе, нет, конечно, ага. Да, но некоторые... А я бы сказала, что да. Я маленькая? Нет. Нет. Большая? Ну, средняя, я бы сказала. Да. Да что ж такое? Ты хорошо. Ты помогаешь, Настя. Я ползаю по деревьям? Нет. Нет. Я хожу по земле? Да. Ну... Ну, 50 на 50, да? Да. Я в воде обитаю? Нет. Нет. Я могу летать? Да. Ого! Я птица? Да.
Мне нужно отгадать, какая птица. Да, да, да. Я да, да. Попугай? Нет. Нет. А, так. Я но тепло. Могу жить. Жар птица. Вот почти, почти. Павлин. Да! Смотри, смотри, это павлин там. Круто! А теперь посмотрите на карточки. Ух ты! Молодцы! Повеселились мы. Слушайте, это правда очень веселая игра. Честно, теперь будем играть в эту игру с друзьями, потому что это безумно весело и интересно. А я очень рад, что вам понравилась моя игра. Надеюсь, что наши ребята тоже не скучали и уже придумали героев и животных, которые будут загадывать своим друзьям и даже родителям. Круто! Спасибо, что пришли к нам в гости. Мы здорово провели время. Мы будем ждать новой встречи с вами. Договорились? Договорились. И с нашими новыми гостями на канале 3-4. Карусель!